вы поняли, да, все? Вот это, сюда поставил, держал, повернул, повернулся. Треугольник. Ножки можно сюда поставить, можно сюда. Обычно как делают это? Да? Ну, вот так все делают, правильно? Здесь тоже как бы так школу, азбука. Ножку поставил, сюда ручку убрал. Нет, Серег, это вот мы, это не делают. Вот, нет, вот это я четко делаю, как мы с тобой в Чечне делали. Вот это да, а они это делают. Именно вот с этим поворотом. Вот это вы делаете, то есть разворот идет сразу сюда, вот сбег воду. Да. Да, вот это они умеют. Ух, все. Вот, вот, вот это так он лежит, я буду там делать, соответственно, или треугольник, или там на арбарке, вот эти болевые. Бывает, там, например, ты делаешь, пробуешь, пробуешь, он там вырвался, встал, крути поставить, да? Вот здесь можно сделать кимура, прием называется, можно сделать переворот. Отлично. Отлично. Дальше. Я ногу встану. Ручку прихватываю. Вот туда тут пройдет. Локоть голове подкинул. Поднял. Вот. Можно сделать переворот. Ты когда в руку идешь. Вот. Можно оттуда так бы затянуть. Скоро просто вылезти. Вот. Момент, когда он там отстранился, сел. Если правую руку взял, лево заходишь, да? Ножку сюда, чтобы не было немного заходить, так его в голове подтянул и отсюда потянул. Потому что если оттуда будет тянуть, видите, будет рука плечом. А вот оттуда? Ближе к своему, да? Да. В голове. Так же и переворот. Может быть, не там, не получается. Ближайший руку взял, он сделал куда? На любой. Все, ребят, не. Я смотрю, вы платите, что это не если вы будете вот так крутить, он уйдет. Старайтесь ручку, локоть к телу. Вот сюда подвинули, и отсюда поза сразу влево. Все, давай, лучше вот то, что ты показал еще раз, как бы ногу поставить. Нет, давай. Прямо с самого начала, да, еще раз. Thank you.
Креветочку сделал чуть навык, руку сюда просунул. Вот. Да, и медленно, могу сюда палкать голову, могу просто. Медленно, сделай ее пробовать. Я медленно не вытяну. Просто взрыв нужен. Руками я вверх пускаю. Вот. Одна сюда? Я, ну, да, или двумя сюда палкаю, или вот так скручиваю. Угу. Вот, подхожу на этот выход. Угу. Это один у меня уже, да? Позиции. Есть еще вариант. Я вот сюда, вот руку сюда просовываю. Если я не могу, например, сюда руку просунуть, он мне не дает, мне даже ни креветки, ничего. Я вот сюда руку просовываю. Вот сюда и переворот. Давай сейчас начнем первый вариант, второй еще. Давайте. Пускай полторы минуты, пожалуйста, еще раз покажи. Еще раз. Вот он у меня перевел на землю. Взял боковое удержание. Хоть в миксе хоть сделал то. Сначала прижался, я ручку просовываю сюда, вот две руки. Пробуйте и так, вот двумя руками. Ползаю на него. И при этом, видите, захватывается. И пробуйте. Если получилось, отжал голову и с круткой вот так руки работают. Сейчас надо его вот так вот.
Сюда сделал, стой, головой никак, я съел. Вот, давай, здесь сразу покажу Илюх твой вопрос, варианты, как
отсюда. Ну, отсюда тяжело, если человек хорошо себя чувствует, где станет сидеть. Вот. Первый вариант такой, я ручку перекрываю в бок и на него массаж делаю. Это один как бы вариант. Второй вариант. Убиваешь ножку, вставляешь. Все равно тяжело, если вы хорошо будете себя чувствовать. Не-не, давай, значит, два варианта давайте отработаем. Первый вариант еще раз. Рука фиксируется. Прихватил его, чтобы он не выстрелил. Вот. И вот сюда вот он, бок, плавающий рядом. Это первый вариант, да. И второй. Подкинул вообще. За ножку. Подкинул вот именно за счет этого. Подкинул ножку, потом травяночку ставишь. Потом ты его найдешь сразу. А можно найти, можно отступить пятую сверху. Можно просто. Раз, так. Смысл не переходит, смысл уйти. Все, два варианта. Приезжаем локоть, перебросили, подкинули и ставили колено. Перекидывает бросание. Я могу выкинуть прямой. Но
Если в нашем дворец я потеряю позицию, ну в миксе не надо на болевую ходить. Сейчас вот это из миксфайта, из боев. Потому что пойдешь на болевую, он, конечно, сверху еще лайки не дает тоже. Вот он пошел в сторону этого катера. Раз. Я занял позицию вот немножко. Вот они пошли удары. Вот сейчас попробую туда-сюда, в ту сторону. Вот я коленочка фиксировал, немножко вытащил. Вот, да. И просто туда-сюда потолкайте дубина. Просто для. Еще раз сделайте. Вот колено зафиксировал, да. Вот, и обозначение, да. Вот, у меня вот немножко. Почему? Здесь я держу. Вот здесь смотрю. Угу. Вот, нога здесь, рена здесь, нога здесь. Вот я его прихватил. А потом мы будем сейчас делать это положение удушающее. Потом делать сюда ручку. Не-не-не, подожди, давай пока ноги. Сейчас они начнут пить. В любую сторону. Смотри, перекинь. Вот раз, перекинь. Это надо просто, именно, на том движении, мальчик. На том движении. Вот я перекину, и сразу я сразу. На том вот раз, да, да, да. Может, он уже умер? Раз. Эту руку протягиваешь. Тебе же хорошо дышаешь. Я говорю, пусти парень, мы тоже. Там никто дышит не мог. Так. У него позвоночник встал на место. Thank you.
Смотри. Я руки прихватил, приподнял его чуть-чуть, вот сюда поставил ногу. Видите? Здесь я уже перехвачу руки. Вот так. И вот сюда. Пускай проходит, прям сам начал проходит. Встали с точки, отрабатываем с точки, да. Уходишь, сразу. Я, ну, даже просто руку убираю, ножку поднимаю. Это идет? И переворот в сторону руки? Или переворот, почему мне легко его перевернуть? Потому что я вот эту руку убираю. Здесь, ну, да, в ту сторону, да. Все. Я вот свою взял, ногу выставил, просто через ногу. Вот. И здесь я просто чуть тяну. Все, отлично, пробуем. Все, Серёг, я пошел готовить, ты 3 минуты на меня. Да, смотри. Сколько процентов осталось? Не знаю. Все, он сделал, допустим, нажми на пол. Чуть-чуть в сторону я отхожу, вот сюда. Вот этот ногу тут накидываю на шею. Вот сюда. Ну и здесь вопрос, в принципе, времени. Вот терпит на шею, если давление хорошее. Попробуй. Ну, еще одну так вожу. Я пошел. Ножку сюда накинул на голову. Вот я прихватил его. Вот эту ножку сюда накинул. Видите, у меня здесь под подбородком. Вот и я. Здесь вопрос времени. Судная артерия передавливается. Ну, если не раз, заснёт. Опусти ногу, Как еще раз?
Давайте, я сейчас еще раз. Берите по парам, пробуйте сразу. Смотри, боковую ушанку я делаю, да? Я бросил его, не бросил, не важно, он меня бросил. Вот опять же, я сжимаю голову. Сжимаю голову сам, вот, контролирую его ноги, чтобы меня не перевернул. Вот эту ручку, держал здесь, вот сюда взял, чтобы он ее не вытащил. Вот сюда ставлю руку, ставлю сюда, чтобы он... Если я подниму сюда, он будет ногами за мной бежать. Ну да. Я ставлю... А, блокируешь, да? Да. Я доложу. Доложу сюда. Вот, вот. Можно так сделать. Можно так сделать. Ну, почему? Так, вот это вот. Так же, отжимать три головы. Тазом своим двигайся вот сюда, да. А вот теперь вот так. Практически так. Ну да, практически так. И вам можно что-то делать? Ну да. Можно грудь продавить таким кабаном. Пару раз попробуйте. Здесь можно то, что лежал, вот так, двумя руками, и начинаем выкручивать лоб. Вот, я не буду сюда. И сюда вот, прям выкручиваю. Попробуйте. Это раз прием. Вот из этого положения, когда ставите, вот, надо понимать здесь момент. Фрэнк Мир, как мы видим, вот кого-то, я не помню. UFC. Так, ручку прихватывайте. Давай. Давай.
Ты верил, ты второй делаешь? Да, я не видел просто, как он делается. Вот самое тоже. Она очень так делает, да? Убивает. Вот, он начинает с палки. Я беру его вот. Вот так вот, ему переполню, блю. Попробуй. А еще раз. Я колено спустил, колено так, вот раз, вот коленочка, я выставляю, одна нога вот здесь, вторая здесь, могу стоять на ноге, чтобы он ее не скинул, могу даже угадать, вот голову поднатянул, так. Вот, он будет скидывать ногу мою, правильно, рукой, вот, я прихватываю, я оттуда выхожу на болевую. Вот так, чтобы ты повернулся. Больная просто, у него больная рука. Перчатки сразу говорю, после того, как вы сделали, сразу бросаем сразу, перчатки. Сразу бросаешь, переходишь, что ты, если время, можешь даже перчатки не надевать, мягкие, или что-то, можешь руками по нему бить. Uh-huh. Тут сила удара особо не нужна, тут уже темп. Ты же отстал, все. Пошел работать, понятно. У тебя 30 секунд должна быть типовая работа. Ну, после этого как сможешь, потому что ты будешь раскидывать. Ты начинаешь это, здесь должен взорваться конкретно. Дальше. Следующий ход. Ты переходишь на следующую базу. Ты после этой базы. Да, я понял. Следующий ход. Третий, допустим, я. Смотрите все остальные, что вы будете делать. Все будут делать по 20 килограмм. Ты бери одной десяткой будешь делать. То есть одним длином. Остальные 20 показывай срочно, что будет делать. 10 секунд. Бери. О. И поехали. Руки прямые. Смотри. На пресс. Понятно? Это третий. Игорь. Иди сюда. Понятно, да? Да. Четвертый Игорь. Вперед. Подъем. У нас пешком лег. Да, подъем у нас, подъем. Ассистент у нас. Потому что ребята большие, например. У нас 60 кг. Для больших будет легко. А я же не наслышу. Для больших, для Вани, для Игоря и для тебя. Будет Алексей. Для Толика и для Вани будет у нас опачки. Ну, то есть, папа, встаньте, пожалуйста. О, нет. А вот. Вот! Давай! Нормально, поднимешь. Нормально. Смысл какой? Серег, я предлагаю, чтобы он уже сразу стоял. Давай, вот здесь стоял и поднимал.
поднимал, понятно? Все проход ноги знают, да, кроме тебя. Ты тоже знаешь. Да, я буду подсказывать его. И здесь самое главное, без перерыва. Раз, ой, блин. Понятно? Все, вы будете здесь вдвоем. Вы работаете непосредственно только с Толиком и с Иваном. Так, да. А что я делаю? Я вам объясню. Все, я вам объясню. Дальше. Подходим сюда. Илю. Чтобы попасть, я буду первый отлично. Можно вас дать. Не-не-не, Лёха, пожалуйста. Пять прыжков делай. Пять прыжков, шестая пролежка. Прыгай, прыгай. Раз. Давай, два, прыгай. Три, четыре. Пять перепушки сразу. Садись. Защита. Да, да, да. Таз прогибает. Да. Таз прогибает. Да. Таз прогибает. Да. Ну, делайте сразу защиту правильно. Вот. Голубь. Встаешь? Встали и сразу. Ну, поехали сразу. Еще раз. Поехали вперед. Пять раз. Тут будет считать. Я на каждой точке сейчас поставлю человек. Вот все, пятая, да? Дальше переходим сюда. Смотрите, здесь еще точка. Ты переходишь. Один за тобой, вот ты как бы будешь дальше разговаривать. Да. Четко прямо против него. Вот прям раз. Ты сразу вверх, да? Сразу прямо, сразу. Да. Именно в корпус. Два. Надо драть. А ты будешь драть. Не стесняйся. Сильнее. Эй, раз. Здесь? Да. Помимо того, что ты его не выжил. Здесь ты низкая жанин. Тут при ударе он сокращался. Выжил. Два. Оп. Два. Оп. Вот ты должен напротив него стоять, понимаешь? Прям вот. Вот прямо. Раз. Вот. Давай, да, оп, да, оп, да, ушел. Все понятно? Так, я понял, поймите. Так, каждый сделал быстро, поочередности, чтобы Сергей не парился, дурки, скорость. Первый, кто я, смотрите, вперед, вперед, дальше, вперед, 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 назад, 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 вперед, вперед, подъем разгиб. Вперед, вперед, и подъем с разгибом. Разворачивайся и сразу же, вперед, вперед, вперед. Понятно. Все? Сделай быстро. Вот, сюда. Вот, вот. Куру прямо. Развернулся прямо. Назад. Вперед.
И ноги не даешь. Надо прыгать. Он не умеет, если не можешь, не выпрайся сразу. Так, все. Не надо ничего снимать. Работай!
Иди уже спини его. Брат, снись его. Вот давай. Вот погоди, что я видел, что он делал. С мячиком. Сзади никто не сдавал, поэтому что за счет своих бицепсов. Никто не вырывал. Вес еще не видел. Вес ахимия. Вес ахимия. Кулаки, вы поняли, да, что очень важно. Кулаки думают, что легко, а на самом деле он не горит, коня. И голова должна включаться. Голова должна включаться. И вестибулярный аппарат. Построились! Быстро построились!